Молодой человек, вы спешите? Нет. Отлично. Вы мне и поможете. Чем? Я записана в салон красоты. Это очень важно. Я очень опаздываю. Прошу вас, выбросьте мусор. Спасибо вам огромное. Девушка, пожалуйста, не на что смотреть. Расходитесь, никакого цирка. Совершенно обычная девушка, пожалуйста. Не надо смотреть и глазеть. Совершенно обычная девушка, пожалуйста, дамы и господа, занимайтесь своими делами. Не надо пялиться. Порушуємо. Доброго дня, старший прапорщик Зінченко. Ви знаєте, що за новими правилами не можна пересуватися по парковій зоні зі швидкістю більше 5 км на годину. Шутка? Ні, це не жарт. Ось я випишу вам квитанцію. Штраф 150 гривень. Сплатіть у найближчому банку. Сплатіть. Тримайте. Тільки обов'язково сплатіть, гаразд? Парку, у білій курці, тримай його, я кажу! От падла! Ви що, мене за дурепу тримаєте, чи як? Скільки я буду ще спостерігати цей цирк зі штанами? Я все прекрасно бачу. Я все прекрасно бачу. Там штани хтось залишив. Ось, будь ласка, він залишив у роздягальні свої штани. Вдяг наші. Перестань, я свої штани. Це ваші штани? Ні, це не мої штани. Я в своїх штанах. Поверніться, воно бірка. Це бірка нашого магазину. Так забирайте ваші. Знімайте. Знімайте штани. Знімайте штани. Які штани? Я не знаю. Ваші штани, це мої штани. Це наші. Ось бірка нашого магазину. Ви що, знущаєтесь? Діти в... Охорону покліч. Необычная. Я? Да, то есть, ну, когда переписывались, представлялась немножко глупо. Я немножко нервничаю, то есть, просто... Я сама нервничаю. У меня лично ни разу не было свидания с Викулой. Да, поэтому я немного нервничаю. Я уже себе заказала покушать, вы не против? А расскажите, чем вы занимаетесь? Ну, я вообще в страховой компании работаю, вот, начальник отдела. Ну, я, допустим, ищу девушку для, как спутницы жизни, чтобы... Ну, то есть, не на одно свидание? Спасибо большое. Забыл уже, о чем говорю. Сбил. Отвлек. Попробуйте. И как бы я не хотел портить иллюзию. Да ничего. Иллюзию того, что все-таки... Я занят, я перезвоню попозже. Это то, что есть масштаб. То, что, допустим, вы там написано у вас и видно. Как бы. Это ж не съедобно. Не знаю, что такое вообще. Не очень вкусно. Поверьте, хотите попробовать? Серьезно. А вы любите итальянскую кухню?
я люблю спагетти, но все-таки я как-то более-менее все пытаюсь. Знаете, как кино? Вот это мне нравится, вот это, потому что она скользит. Поняли? Здравствуйте. Смыть верхнюю одежду. Угу. Присаживайтесь, пожалуйста, на кресло, я сейчас подойду. Здравствуйте, молодой человек. Вы стричься будете? Да. Да, голову вверх. А что хотите? Покороче? Руфина, ты чего? Ты что делаешь? Стричь собралась, ты меня не видишь? Это мой клиент. Она вас стричь не будет. Что, вообще ненормальное, что ли? Он записывался ко мне. Он пришел, и я его обслужу. Ты понимаешь, я парикмахер высшей категории, а ты второй категории. Так что иди, стриги кого-то другого. Молодой человек, вы сидите спокойно. Не трогай его. Молодой человек, смотрите в зеркало. Ты чего орешь на меня? Ты офигела, да? Ты как разговариваешь со мной? Ты вообще страх потерял? Успокойся, я тебе сказала. Иди, стриги кого-то. Я спокойна. Ты на меня просто не ори. Руфина, ты что делаешь? Ну, вообще-то я собралась стричь, если ты не видишь. Кого ты собралась стричь? Себя иди постриги, это мой клиент. Да, человек, не обращайте внимания, просто девочка шутит у нас. Я сказала, успокойся, все ведешь. Что, ненормально я вообще? Я себя веду, ты взяла у меня клиента, отобрала, ты вообще... Я никого не отбирала, он пришел, сел, это мой клиент. Это мой клиент, он записался ко мне. Обычно внутри что-то засовывают. Вы пилкой пользуетесь? Нет, не надо. Ну, понимаете? Вот хотите, можете тоже так сделать. Оно с рук вкуснее. То есть я знаю, что спагетти. Просите, ну это вкуснее. Отвлечь. Шут, я бы тоже сам не сказал о вас. Я думала, вы хотите то же самое сделать, нет? Нет. Ой. Вам не стыдно? С чего? Вы испортили себе платье. Да ну, что вы? Оно так вкусненькое. Вот я могу спокойно вот так и будет. Нормальный вообще? Кошмар, вы маленькая хрюшка. Поросята, это поросята. Нет, мне в кино так делают. Вы знаете, это было так, объедение. Ну, конечно, все понимают. Но мне ваше, честно, влечение очень кажется скучным. Поэтому я, наверное, пойду. Как-нибудь в другой раз. Не сегодня. Я думала, вы будете нормально. Реагировать и все такое. А так я пошла. Я немножко пишу кого-то. Я вас причешу, и все будет хорошо. Да вы спокойны, молодой человек. Ты сказала, успокойся. Молодой человек такой, у нас впервые. Давайте, молодой человек, стрижечку. Не мешала брать. Извините, молодой человек, она просто у нас, ну, недавно, вот, не совсем адекватная девушка. Все, я не буду. Хочешь стричь? Давай, стриги. Вперед, шапку дай мне. Я сказала, шапку отдай мне сюда.
Хочешь стричь? Давай, вперед. Молодец, довольна, стриги давай. Я уже не хочу. Я вас все-таки постригу. Ты сказала, ничего. Я успокоилась уже, я уже дышу. Иди покури. Успокойся. И умойся. Вообще, не понимаю, что ты истеричка. Ведешь себя как дура вообще. Какая смешная. Тебе тоже надо прическу сделать. Садись. Вставайте, я буду делать прическу. Все, давайте. Садись. Может, я хотела косички заплести? Да. Подстригла. Или она, хотите, чтобы подстригла? Все равно, ну подстригите меня. Посмотрите туда. Вас снимает скрытая камера. И там тоже вас снимает скрытая камера. Там скрытая камера. И там скрытая камера. И тут две скрытые камеры. Ну, блин, дурочки, в самом деле. Проходите, кто-то там. Совершенно обычная девушка, просто украинка, славянка. Не смотрите, пожалуйста. Что во мне не так? Что-то не так? Ну, по-моему, ничего такого, чего нет в других. Что не так? Ну почему ты так реагируешь? Ну, я столько денег потратила, чтобы добиться такого эффекта. Вот сиди и думай, почему такая девушка не с тобой. Задумайся. Будь ласка, проходьте. Лягайте. Обличчям сюди. Так. Руки вдоль тіла, будь ласка. Так, все вірно. Ви дуже сильно напружені, тому... Давайте зробимо декілька дуже простих, легких вправ. І так, давайте ви повільно будете підіймати таз. Так, ще вище, вище. А тепер повільно опускайте. Поступово. Добре. Давайте ще. Один. Так, вдихайте, видихайте, опускайте. Молодець, як добре. Давайте ще. Скоріше, давайте скоріше. Так, один, два. О, як добре, який ломовець. Ще, ще. Давай, давай, давай. Швидше, 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 швидше. Скоріше, давай. О, давайте, давайте, ще, ще. О, який молодець. Чудово, чудово, прекрасно. Давайте, скоріше, ще, ще, ще. Чудово, прекрасно. Один, два, один, два. Ще, ще. О, мамочки. Здравствуйте. Вас что-то случилось? Я просто прочитала книгу одну. Знаете, она такая... О любви и одиночестве, о дружбе между заклятыми врагами. Ну, я смысл жизни поняла, потому что она такая какая-то пронизывающая, прям прочувствованная мной. Девушка, успокойся. Молодой человек, послушайте. Позвала Мурка мышку. О любви стереб потянуть. Мышка за Мурку, Мурка за Жучку, Жучка за внучку, а внучка за бабку, а бабка за детку, и детка за репку. Тянут, потянут и вытянули репку. Ну, потому что молодой человек, вы не понимаете, они же ее тянут из земли, понимаете? Они же вырывают с корнем. Ха-х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 а-
Спасибо, молодой человек. Все, вы мне книжку продаете? Пробью, давай. Я еще его пробью. То, что вас снимала скрытая камера. И там тоже вас снимала скрытая камера. Здрасте. Здрасте. Я. Что случилось? О-о-о. Присаживайтесь. Куда? На стул? Сейчас здесь. Так, что, что тут у нас? Ой, не спрашивайте, ладно? Давайте, освобождайте меня скорее, я уже не могу просто. Я и так терплю уже очень-очень долго. Не больно? А! Осторожнее. Так, давайте мы будем смотреть, что тут можно придумать. Ой-ой-ой, как больно. Ой, ну потерпеть надо будет потерпеть. Сейчас, минуточку. Все. Осторожно. Я постараюсь максимально корректно это было когда-то? Нет. Нет, да. Такого. А вы кого-то заковывали? Нет. Нет. А зато освободите сейчас. Будем надеяться. Будем надеяться? Вы можете меня не освободить? Вы чего? Давайте будем смотреть. О, все. О, боже. Как больно. Так, 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 так. Боже, как. Красивая, молодая, интересная. Вдруг такое случилось, да что? Так у вас такое не впервые, да? Не впервые у вас, да? Да, не впервые. Такие молодые с такими проблемами. Спасибо вам огромное. Я уже так устала. Подождите секундочку, я. Сколько я вам должна? Сколько денег? Ну а сколько как вы будете? Сколько не жалко. Даже так? Да. Я бы не отказался, если бы вы чай предложили. Я еще раз этого не переживу. У меня нет чая. Я не пью чай. И кофе тоже не пью. Тогда я заявочку выполню. Я мартини пью. Да. Вы видите, наверное, работу. Это вам. Спасибо. Ладно, ладно, идите, подойдите, я же пошутила. Смотрите в зеркало, видите себя? Да. Видите? Наручники. Это все не просто так. Это знак? Да, потому что вы в скрытой камере. Вы чего? Спасибо.
Идите сюда. Посмотрите, пожалуйста, туда. Там скрытая камера. Развод и девичья фамилия. Вон там тоже скрытая камера. Где бы вы мне поможете стегнуть? Ну что, не получается? Это у меня тоже что там. Не знаю. Что? Не знаю. Слышь, ты маленькая. Я что, на корову похожа? Что? Вообще. Доброго дня. Здравствуйте. Сюда, пожалуйста. На паспорт фото? Да, хочу. Снимайте окуляри. Читайте, щоб було зручно. О, так. Один, два. Увага. Так. Зараз буде добре. У вас трохи блищить обличчя. Зараз. Зараз. Нижче, будь ласка, і серйозніше. Один, два. Чудово, мені подобається. Зараз буде взагалі добре. Чудово. Серйозний вираз обличчя, все вірно. Да, так, нічого. Так, так, сидіть, не рухайтесь, будь ласка. Так. Один, два. А тепер зробіть, будь ласка, широку посмішку. Ну, так, 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 давайте. Один, два. Давайте змінимо фон. Широко посміхнутися. У вас чудова посмішка, давайте. Широко, ну, ширше, посміхніться. І голову так кліть в інший бік. Один, два, увага. Чудово. Подивіться. Ну, як вам? Я не понял. Не понял. Чудовое фото. Конечно, круто.